Этот молодой праздник уходит корнями в далекое прошлое. 4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Праздник учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских и литовских интервентов. А что о знаменательной дате известно саровчанам? Что за праздник отмечаем? День единения. Единство ли, единение, в общем, что-то связанное с Мининым Пожарским. Единение России, что ли? А что за праздник это? А что это за праздник такой? Я не знаю, единение России, все этим сказано. Праздник? Господи, день единства, если мне память не изменяет, да? Поменяли, раньше был 7 ноября у нас. А потом сделать День Единства. Да, знаю. 4 ноября также отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. У государственного и церковного праздника общие истоки. Икона была символом движения. Перед ней молились Минин и Пожарский. В дни решающих битв за Москву и Кремль она была с ополченцами. Праздник – это казанское самое главное. А потом ельцинский праздник, который он придумал. Единение какого-то, когда мы никогда не разъединялись. 4 число. Ну и самое главное – Октябрьская революция для нас, стариков. А народное единство – это что такое? Может, знаете? Ну, я думаю, что это объединение всех народов. Это праздник терпимости, это праздник понимания, это праздник единения всех вер, наций. В честь единства народов. А что это вообще такое, единство народов? Ну, уважение, толерантность, видимо, имеется в виду друг к другу. Чего не наблюдается, к сожалению. Так что так могу сказать только вам. Купно за едино, вместе за одно. Этот призыв Казьмы Минина стал девизом для ополченцев. В Нижнем Новгороде земский староста Казьма на площади обратился к людям с призывом создать освободительное движение для борьбы с польскими и литовскими интервентами. Сегодня эта площадь носит его имя. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.